Добро пожаловать в новый выпуск «Дичи недели», украшенный новостями хай-фай, интересными видеоклипами и плейлистом, который отдельно украшен еженедельным розыгрышем виниловой пластинки от прекрасного питерского магазина аппаратуры и винила «Стереозона», в который вы всегда можете прийти на Лиговский 63 с возгласом «I'm here» и получить приятную скидку 5%. То же самое можно сделать и зайдя на сайт stereozona.ru, только кричать «I'm here» надо будет клавиатурой. В общем, вы в аудиодроме, друзья. Садитесь в Sweet Spot, мы начинаем с новостей хай-фай. Spotify начинает внедрять новый дизайн домашней страницы своего мобильного приложения с более наглядным и динамичным видом в стиле TikTok. Пользователи получат вертикальный дизайн в разделах «Музыка», «Подкасты» и «Аудиокниги», где можно будет прокручивать новые каналы, в которых Spotify будет предлагать аудио и видеоклипы для предварительного просмотра. Будет возможность предварительного прослушивания нескольких песен, плейлистов или альбомов и просмотра видеоподкастов. Эти визуальные потоки также будут в интерфейсе поиска, где вы сможете прокручивать клипы, упорядоченные по жанрам. Кроме того, Spotify заявляет, что поместит визуальный контент в свои кураторские плейлисты, такие как Discover Weekly, Release Radar, New Music Friday и Rap Caviar. Spotify говорят, что это новый удобный способ предварительного просмотра из этих коллекций, прежде чем вы нажмете кнопку воспроизведения. Кроме того, Spotify добавляет функцию Smart Shuffle, которая рекомендует новый контент и перемешивает порядок песен в плейлистах, а также добавляет автовоспроизведение следующего релевантного по мнению алгоритма эпизода в подкастах. Spotify утверждают, что некоторые из этих новых функций будут доступны уже сегодня, а другие появятся в ближайшие месяцы. Пока не знаю, как к этому относиться, надо, конечно, сначала попробовать. Но что-то мне подсказывает, что это очередной путь к еще менее осознанному потреблению музыки. Так мы вообще скоро докатимся до банальной расстановки лайков на песни. Хотя, постойте. Campfire Audio обновила две модели своих популярных мониторов Andromeda и Solaris. Наушники получили новый дизайн, упаковку и три новых кабеля TimeStream с разъемами 3,5, 2,5 и 4,4 мм. Andromeda Emerald Sea сохранили зеленый цвет корпусов, но сам корпус немного уменьшился и получил более сглаженные края, что, конечно, должно сильно улучшить посадку. Лично у меня в ушах прежние Андромеды сидели, ну, так себе. Внутри здесь 5 арматурных драйверов с двойной диафрагмой Custom Dual Diaphragm, которые работают по схеме 2.1.2. Пара арматур для низких частот, одна для средних и две на высоких частотах. Их слегка перенастроили для, как они говорят, сладкого аналогового свечения, что бы это там ни значило. Плюс чувствительность наушников снизили для совместимости с более широким спектром аппаратуры. Цена новинки — $1450 США. Еще более радикально обновились предтоповые Solaris, которые теперь вообще не узнать. Новый дизайн Stellar Horizon – это корпус из матовой нержавеющей стали с латунными акцентами и центральной вставкой из черного акрила и позолоченных деталей. В отличие от Andromeda, Solaris – это гибридная модель. Здесь два кастомных арматурных драйвера с двойной диафрагмой на высоких частотах, одна кастомная арматура с двойной диафрагмой на средних и полнодиапазонный 10-мм динамический драйвер ADLC. Он имеет новую систему радиальной вентиляции, которая, как сообщается, увеличивает физическое пространство драйвера и способствует расширению звуковой сцены и улучшает динамику. Цена Solaris Stellar Horizon — $2670 США. Бенги продолжают попадать в наши новости. На этот раз датчане переработали две свои классические, теперь уже, колонки. Это Biosound 2 и Biosound A9. И это очень важное и показательное обновление, друзья. Новые модели теперь снабжены фирменным модулем Mozart, обеспечивающим подключение и потоковую передачу. Это значит, что колонки теперь можно обновлять программно, и даже если модуль устареет, его можно будет просто вытащить и заменить на новый. То есть, видите тенденцию? Производителям приходится продлевать актуальность железа.
Это очень хорошо. Мультирумные Biosound 2 с помощью технологии Active Room Compensation теперь умеют определять, где они находятся в комнате, и соответствующим образом перенастраивать звук. Усовершенствованные A9 получили возможность изменять громкость, просто проводя рукой по поверхности, а касаниями управлять воспроизведением, паузом и пропуском треков. Цены на Biosound 2 в зависимости от отделки стартуют с $3199, а на Biosound A9 с $3699. Rego представили новый красивый проигрыватель с именем Naya, похожий на модели Planar 8 и 10. Этот проигрыватель вырос из прототипа с именем Naiad, имевший минималистичный плинт из карбонового монокока. И хотя Naya была построена не на основе маркетинговых требований, а как вещь, которая раздвигает рамки компании, она все же была несколько упрощена в конструкции, по всей видимости, чтобы не стоить как болид Формулы-1. Но она также имеет плинт, частично изготовленный из карбона. Само собой, Rego постарались применить все свои самые совершенные технологии и материалы, которые им доступны. Но лично мне понравилось в ней вот что. Главный подшипник здесь сделан из очень интересного материала ZTA. Это оксид алюминия, закаленный диоксидом циркония. Это композитный керамический материал с зернами диоксида циркония в матрице оксида алюминия. Эти композиты очень прочные и износостойкие. Они обычно используются в качестве режущих инструментов и в медицине, в частности в суставных имплантах. А Rego имплантировали из ZTA главный подшипник в свой новый проигрыватель. Его трудно обрабатывать, я имею в виду ZTA. Зато в проигрывателе он обеспечивает максимально жесткую опору для диска и обеспечивает стабильное свободное вращение. Учитывая, что Rego делают очень легкие проигрыватели, вероятно, с Naya они действительно раздвинут доступные границы качества звучания проигрывателей, которые можно поднять одной рукой. Naya будет поставляться в комплекте с их крутейшим флагманским MC-картриджем Aphelion 2. Он, кстати, в России стоит больше 500 000 рублей. Стоимость же вертушки составит около 12 тысяч фунтов. Британцы из Wharfdale наконец прояснили подробности о новых колонках Dovedale, о которых стало известно прошлым летом. Dovedale становятся флагманами линейки Heritage, отдающие дань наследию компании. Вообще, прообразом новых колонок стали Dovedale 371 года, однако новые колонки чуть больше, чем полностью отличаются. Сходство разве что в том, что и те, и другие – это трехполосные колонки. Новая модель немного крупнее, здесь установлены современные динамики. Твиттер тот же, что и у Denton и Linton, это классический 25-миллиметровый купольник, который очень достойно работает, я могу судить по Линтонам, обзор которых я делал. Для Dovedale его усовершенствовали за счет задней камеры, которая поглощает обратное излучение от тканевого купола. Как говорит производитель, преимущество этого также заключается в том, что резонансная частота высокочастотного модуля опустилась значительно ниже частоты раздела кроссовера, что позволяет раскрыть все детали высоких частот и гармоники, не влияя на плавность воспроизведения высоких частот. За средние частоты здесь отвечает 13-сантиметровый драйвер с кевларовым диффузором, находящийся в своей собственной закрытой камере, а на низах 25-сантиметровый кевларовый драйвер, отделенный распоркой и нагруженный на фазоинвертор с двумя портами, выведенными назад. Еще из интересного в Dovedale – это смешанное демпфирование пеной и специальным поглотителем с длинными волокнами, которые аккуратно заполняют пространство внутри камер. Цена новых колонок в Великобритании – 5000 фунтов, либо 5500 в комплекте со стойками. Отдельно стойки предлагаются за 800 фунтов. Начнем с молодой испанской рок-группы Furious Monkey House и их клипа, который выступает в любимом мною жанре музыкального видео, в котором ничего не происходит. Сразу скажу, что ролик мне понравился. Молодая группа хоть и не имеет большого бюджета для продакшена, зато это компенсируется творческим подходом, и тут меня подкупил тот самый дьявол в деталях, то, как они отнеслись к мелочам. Всех секретов раскрывать вам не стану, но там полно таких классных мелочей, типа как клавишница смахивает подъехавшую камеру, например. Ну и песня ничего, 6 из 10. Помните, я в прошлом выпуске возмущался, что Godsmack паразитирует на сексе и наготе? Сегодня все ровно наоборот.
Новый ролик американской группы Paris практически целиком построен на ноготе, и он нереально крутой. Почти из каждого кадра здесь можно делать постер и вешать на стену, как современное искусство. При том, что песня мне не нравится совершенно, ролику я дам 8 из 10. Три недели назад Linkin Park выпустили новый клип на трек Lost с жалобным пением Честера Беннингтона. Видеоряд в стиле аниме построен с помощью нейросетей и в целом довольно смотрибельный. Хотя жалобные старперы совершенно не в моем вкусе, но бывает и хуже. 5 из 10 за ролик. В это самое время шведская глэм-метал банда Death Stars выкладывает довольно яркий клип на вещь Midnight Party. И глядя на это, можно было бы порадоваться, что метал-вечеринки такие веселые. Но нет, на самом деле они такие веселые только в шведских видео, если вы понимаете, о чем я. Но вообще, типа придуманный группой жанр Death Glam в целом отторжения совершенно не вызывает. Все довольно неплохо. 6 из 10. Специя недели. Новый клип Arctic Monkeys на вещь Sculptures of Anything Goes. Именно с этой вещи я распробовал их последний альбом The Car, который поначалу показался мне, такой, знаете, вещью в себе, где Алекс Тернер занимается претенциозной музыкальной рефлексией, которая не находит во мне совершенно никакого отклика. Но вот я несколько дней назад наткнулся на клип, и под его чрезвычайно стильный видеоряд у меня все сложилось сразу со всем альбомом. Именно этот клип стал ключом ко всему The Car, и я рад, что у меня теперь есть еще один альбом Arctic Monkeys, который я могу вдохновенно слушать. 7 из 10. Ну и last but not least. Новое видео чудесного Виа Спаркс, в котором вы не поверите, но вообще ничего не происходит, кроме Кейт Бланшетт в желтом костюме и красных наушниках, исполняющей совершенно безумный танец на фоне братьев Мейлов. Вечное сияние абсолютного безумия в его чистейшей форме. Это видео заряжено на позитив и рассасывание бляшек, поэтому 7 из 10. Начинаем, как всегда, с розыгрыша пластинки недели. Сегодня я предлагаю вам послушать «Караван-сарай», четвертый студийный альбом группы Сантана, который сильно изменил звучание группы. Напоминаю, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам всего-то нужно сходить по ссылке в описании во ВКонтакте «Стереозоны». Это совсем не сложно. Многие, кто не слишком погружен в творчество Сантаны, знают их как таких чуть ли не лубочных представителей латинского рока со всеми вытекающими. Но именно этот альбом, вышедший в конце 72-го, сломал эту парадигму и даже повлек цепочку событий, которая привела впоследствии к появлению группы Journey, организованной ушедшими из Сантана Грегом Ролли и Нилом Шоном. Но мы сейчас не об этом. «Караван-сарай» — потрясающий, почти полностью инструментальный джаз-фьюжн-альбом, кардинально изменивший вектор звучания группы. Он настолько творческий, настолько сложно и нетривиально скроен, что с годами он как хорошее вино обретает больше вкуса и красок, хотя в нем совершенно нет хитов, и это очень здорово, ведь он не заезжен на радио, как многие вещи Сантаны, за столько лет набившие всем оскомину, да, что их больше никто и слушать не хочет. Здесь все совсем по-другому. «Караван-сарай» совсем не заезжен, но по качеству материала он совершенно не уступает их более известным хитам. Звук «Караван-сарая» очень воздушный, крайне эмоциональный, с замысловатыми гитарными соло Сантаны, летящими над бескрайней пустыней, воображаемой, да. И даже если вы совершенно не интересуетесь джазом и всем таким, я абсолютно уверен, что «Караван-сарай» произведет на вас впечатление, если вы вот сядете и целиком послушаете этот альбом от начала и до конца. Звук этот абсолютно вне времени, и всегда очень завидую тем, кто его будет слушать впервые. Лично я свой первый раз помню до сих пор, какое сильное впечатление он на меня произвел. В общем, альбом очень стоящий, мои 8 из 10. Чтобы задать стиль всему плейлисту, в этот раз начнем с отличного камера на Bittersweet Symphony от The Knox и Foster the People.
Кавер начинается практически как оригинал Эшкрафта, и поначалу ты даже не понимаешь, в чем прикол, если он практически как оригинал. Но к припеву он раскрывается, и вот тогда ты схватываешь волшебство вайбов этого кавера. 6 из 10. И еще более глубоких винтажных вайбов вам от канадской певицы Франс Джоли со своим бессмертным диско-хитом «Gonna Get Over You». Не знаю почему, но люблю эту песню при всем своем абсолютном безразличии к диско. Хотя я знаю почему. Я под нее однажды прилично разбился на сноуборде, и это было очень круто в целом, если отбросить травмы. Зато у меня плюс одна захватывающая история в жизни. А песни мои 6 из 10. Теперь вещь, которая у меня также особенные чувства вызывает. Это «Go Back» с альбома Тони Аллена, который он записал вместе с Дэймоном Албраном. В этой вещи абсолютно все идеально на мой вкус. Ритмы, темп, звук, они как ключ с замком стыкуются со мной. Не знаю почему так, но каждый раз, когда я натыкаюсь на нее, то как минимум пару раз ставлю ее на репит. 8 из 10. Теперь дам вам супер крутую британскую вокалистку, которую зовут Андрея Триана. Надеюсь, правильно произношу ее имя. Ее мне совсем недавно подкинул друг. Как она прошла мимо меня, не знаю, ведь она еще в 2010 году выпустила дебютный альбом на Ninja Tune. На сегодня у нее три альбома, но я все же порекомендую именно дебютник, который был спродюсирован не абы кем, а самим Саймоном Грином, известным нам как Bonobo. Благодаря в том числе его руке, альбом гармонично сочетает олдскульные соул-вайбы с современным саундом. И несмотря на то, что альбому уже почти 13 лет, он звучит очень свежо. Запись абсолютно вне времени, и записан он очень по-аудиофильски. 7 из 10. Ну и на десерт, друзья. Чарующий саундтрек половины дуэта Air Николя Гадена к документалке Fire of Love, посвященной жизни и смерти Кати и Мориса Крафтов, увлеченных вулканологов, погибших 3 июня 1991 года во время извержения вулкана Унзен на японском острове Кюсю. Гаден создал еще один потрясающий шедевр, достойный зала славы электронной музыки. Я так считаю, потому что он сумел без слов с помощью музыки перенести вас в пространстве и времени и передать и пробудить сильные эмоции. Даже если вы не посмотрите сам фильм, этот великолепный саундтрек погрузит вас в невероятную историю о страсти к первооткрывательству и науке. И о любви, конечно. 8 из 10. Ну а теперь гитарная дичь недели. Линда Мензер из Канады делала акустические гитары более 40 лет, и ничто не предвещало беды. Ну, Пэт Мэттини гитарку закажет, Сантана тот же самый, Брюс Кокберн. Жизнь Линды была предсказуема и спокойна, пока ей не написал гитарист из Дании Хенрик Андерсон. Он попросил Линду сделать ему гитару, как бы это сказать, со множеством струн. Но он фактически не знал, чего хочет, поэтому и обратился к Линде. Хенрик вдобавок оказался карикатуристом и в процессе выяснения подробностей о будущей гитаре с Линдой в качестве шутки прислал вот такую карикатуру, на которой, посмеявшись над собственной идеей, он спародировал свою еще не созданную гитару. Линда в ответ лишь спросила его, насколько он серьезен в своих намерениях, и после утвердительного ответа она сделала то, что было названо «Медуза». У этой гитары три больших грифа. Центральный восьмиструнный, нижний гриф имеет верхнюю струну от ситара, а поперек них и в хвосты протянуты струны арфы. This is the fretless neck. There's a baritone 8-string section. There's a scalloped fingerboard. The first 5 strings are normal. And then there are 4 sitar-like strings, so it's sort of imitating the vena. There's some harp strings underneath. And then
an assortment of strings back here. Всего же у гитары 52 струны, так что владелец, по словам Линды, может быть человеком группой. Что, собственно, Хенрик и делает. Вот такая дичь. На сегодня у меня все. Увидимся в следующем выпуске.